Всем привет, меня зовут Светлана. Расскажу, как можно добавить, то есть изменить IP-адрес телефона. Закачиваю такое приложение, находим в Play Market. VPN. VPN Proxy Master, да? Давайте зайдем в Play Market. Набираем VPN. VPN. По-моему, про мастер, да, если не прокси мастер, вот. Так, код другой, да? Я даже не установлен. Какой-то другой, может, бесплатно. Так, вот, смотрите, установлено. Установлено мне два, да? Так, мне понравился, который вот... давайте посмотрим, более темный зеленый. То есть вот этот вот. VPN Master Free Unblock Proxy. Вот этот устанавливаем. У меня есть кнопочка уже открыть. У вас будет кнопочка установить. Да, давайте поставим кисть. Вот здесь нажимаете кнопочку установить и устанавливайте. Я нажимаю открыть. Поскольку у меня уже установлено. Итак, смотрите. Мы... делаем все бесплатно, ничего, вот это VIP мы не смотрим. Я нажимаю на эту стрелочку. Нажимаю на крестик, ничего, мы не ведемся на какие платные услуги. Я все работаю бесплатно, ну, кроме добавления участников в группу. Единственное, что... Так, здесь часто, конечно, реклама, но приходится их просмотреть. Зато бесплатно пользуемся. Сейчас просмотрится реклама. Нажимаю на крестик. И чтобы подключиться, нажимаю вперед. Смотрите, давайте проверим, какой сейчас у нас IP-адрес. IP-адрес показывается на сайте. Да, я зашла на любой браузер. 2ip.ru. Узнать IP-адрес. Заходим. Смотрим. Наш IP-адрес сейчас 84-53-224-28, да? Пытаемся запомнить. Итак, нажимаем вот сюда на вперед. Вперед. Так. Подключается. Подключены. Сейчас опять реклама. Давайте рекламу я остановлю, что времени тратить на запись. Итак, реклама закончилась. Подключена, да? Нажимаю вот на эту вот сторону, на стрелочку, да? На стрелочку назад. И вот здесь у нас флажок. Заходим. Так, премии не надо. Вот, и предлагает вот эти три страны, Нидерланды, Великобритания, Германия, можно им пользоваться бесплатно. Остальные уже идут платно, да? Нам не надо. Нам вот достаточно этих трех стран. Выбираем, давайте, Нидерланды. Сейчас подключится. Снова реклама. Подключено. Так. Смотрим, да, IP-адрес 84-53-224-28. Перезагружаем страницу и смотрим, поменялся ли наш IP-адрес. Вот, совершенно другой, да? Давайте еще раз попробуем. Нажимаем на стрелочку назад. Нажимаем вот сюда на флажок страны. И выбираем, например, Великобритания. Всех лучше работать Нидерланды. А всех быстрее скорость идет. Это Нидерланды. Вот, но нам приходится переключаться. Вот, нашли, зашли в другой. Смотрим IP-адрес. Давайте еще раз заново прогрузим. Вот, снова поменялся IP-адрес. То для того, чтобы вам заходить на страницы, да, каких-то аккаунтов, будет там работать ВКонтакте или Фейсбук или Одноклассниках, да,
прежде чем перейти на другую страницу, переключаем сначала VPN, то есть меняем IP-адрес, и потом заходим уже на другую страницу, да, то есть выбираем уже потом страничку. Так, нажимаем «Выйти». Нажимаем «Выйти», меняем IP-адрес и заходим уже на другую страницу. Вот таким образом меняем IP-адрес на телефоне. Все, спасибо всем за внимание. Будут вопросы, пишите, я на связи. Всем пока!